Марс. Лицом к стене! Камеру по одному! Здорово, братва. Какие люди без конвоя? Витяй. Сухой. Ты что ли? Витюня. Саня, брател, и ты тут? Здорово. Это же Саня веселый. Мы с ним в клинцах пятилетку тянули. Вот так встреча. Принесло тебя дурака на родину. Здорово. Здорово. Добрый день. Братва, бродяги. Здорово. Вот даешь, пряник. Ты прямо сходу подметки рвешь. Не втревай в ушко, когда люди базарят. Так я... Ты куда мне? Шмотки на шканарь брось. Что? Чтобы тебя не слышал. А где все? На выбыли? Пасутся, конвой. Полный хап мужиков. Не поверите, мужики шишку держат. Бригадиром у них Федя Боженко. Работяга, рецидивист. Федя, знаю его. Я с ним в прошлом году в КПЗ сидел. Он мастер на заводе. Им бабло не платили. Федь директору ружье к башке приставил, разом все долги выбил. Так он же условный срок получил. Миша, я говорю, рецидивист. Им опять зарплату задержали. Федя по привычке схватился за ружье. Директору полжопы отстрелял. Теперь под следствием. Работяг в большом авторитете. Порядки наши не признают. Какой беспредел в натуре. Ну что, братва, как же вы такое допустили-то? Ну, это тут сказали. А что было делать? У нас двоих, восемь раз. Ну, что? Надо с этим пролетарием потолковать. Вперед! Стоять! Лицом к стене! Слышь, Федор, вам новых подселили. Кто? Ну, один вроде тихий, а двое блатные. Ты вот что, если какие проблемы возникнут, сразу зови меня. Понял? Спасибо, Степан Андреевич, спасибо. Не будет проблем, обещаю. Ну, с Богом. День добрый, братишки. Значит так, давай сразу оговоримся. Федя. Да. Дубку мужики подходят только по приглашению. Значит так, братишки. Мы тут до вас мирно жили. Так, Петюня? Давайте договоримся. Нам неприятности не нужны, и вам тоже. Мы в ваши блатные дела не залезаем. А вы нам тут атмосферу не портите. Договорились? Ну, чудненько. Здорово, Чига. Давно не виделись. Давненько, Федь. Как, шахматишки по-прежнему любишь перекинуться? Да с тобой завсегда. Огонь! Вот что с меня сними. Что, простите? Вот из меня сблочь, придурок!
Ну что ты замер? Ботинки почисть. Пол помой. Что не видишь, как здесь свиньи все загадили? Тебе. Открываете? Как они тебя чуют? Пятюнь, шестеро. Дальше ты будешь играть? И все спусти. Да погоди ты, я симпеть, продолжай. Давай. Есть что-то у меня задача. Окунь, чем это ты тут занимаешься? Окунь сеанс ловит. Митей, окунь сеанс ловит. Да. Ну дай. Да погоди ты, не кипишу. Ну какой слой окунь, а? Поймал кайф сам, дай поймать другим. Так вот ты какая окуниха. Окуниха. Все нормально, тёлка? Я бы такой засадил. Не смейте трогать мою жену. Она беременна. Правда? Ну, значит, кто-то другой трогал? Ты окунь кого хочешь? Мальчика или девочку? Об этом не окунь надо спрашивать, а то фраера кто из задул. Да, я помню, несколько месяцев назад одну вот такую уделал. Стоп. А не она ли это была? Ну, точно, точно она, вон. Вон, родинка у нее над губой. Так ты что, сухой? Как это, брат малыш? Как крошка. Но я все время почему-то хотел смахнуть ее. Окунев, Окунев, послушай, брось ты эту мразь. Окунев, ты ведь человек здесь случайный. Статья у тебя легкая. Выйдешь быстро, если бед каких не натворишь. Все забудется, жизнь наладится. Да ты сначала свою жизнь попробуй наладить, начальник. С бабами у тебя напряг. Я их баб хорошо знаю. Баб знаю. Всех баб знаю. Окунев, да. Окунев, что, твоя? Окунев. Она у него беременная. Слушай, тем более тебе сейчас не о себе самом надо думать, а сразу о троих. А всякую мразь не слушай. Я видеть ее хочу. Будет. Тебе свидание. Слово даю. Что за тебя? Отошел, сволочь! На счет три. Раз, два... Все! Я начальник всего. Окунева в карцер. Правильно! Есть Окунева в карцер! Ты покоя не чушила! Кончай мельтешить, а то как Ильич на каторге. Да, Митяй, бунт на корабле. Сначала Окунев, теперь и остальные. Теряешь авторитет. Прямо на глазах теряешь. Удачи, Андрей Викторович, удачи. А это еще что за хрен с бугра? Ба! Так это ж Айболит. 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 Ну-ка, что у меня болит, а? Ша! Значит, Айболит? Прописаться будем, Айболит? Я уже прописан. Где ты прописан, бакла? Здесь чужая прописка не действует. Оставь его, сухой. Прописан он. Я его еще по сборке помню. Ха. А я думаю, что тебя прямо тогда на суде освободят. Увы, Федя. Отлично. Пусть ложится на место окуня. Он все равно уже почти что покойник. Thank you.
Так. Мыться в темпе. Оба! Читайте по наколочкам, воры кумовья. Моя татуировочка. Визиточка моя. Е-е-е. Да тебе, Баклан, визиточки своей похваляться. Не тяй. Я ж просто так, подержать настрой. А? А ну, сгинь с дороги. Уй, Митя. О, привет, соседней хате. Здорово. Ну? Ну что, Митя, базара нет, все сделаю для тебя. С такса ты мой знаком. Ага. Где окон-то твой? Здесь? Кадушку забился. Ну все, он оттуда не выплывет. Молчать! В повороте хрена! А ты что, начальник, песен не Все нормально, гражданин начальник. Я муху убил. Мерзкую назойливую муху. Митяй. Митяй вернулся. Айболит, спиртяга есть? Надо выпить. За покой души одного смелого человека. Тут тебе от замполита. Держи. Ой-ой-ой-ой-ой. Чига, ты смотри, с воспитателем закорешился. Да пошел ты. А чё это тут у нас, а? Курица жареная. Курица жареная? А за какие такие заслуги, а? Точно курица? Да? А не петушок ли у нас там часом? Скажи замполит, что он этот курицу себе в жопу засунул. Верни назад. А погоди, погоди. Чика, ты не возражаешь? Только нога у нее одна была. Клянусь. Курица-инвалид. Интересно. Ну, а ну-ка дыхни. Так, это... Ставить я при исполнении. Так. А что это тут у нас, а? Кулинарная книга.
Кузеев велел тебе время не терять, распевки делать. Песенник это. Верни назад. Скажи, Чига велел больше не беспокоить. Эй, погоди, погоди. То он так и курицу назад заберет, а? Что тогда братва дербанить будет? Источник знаний оставь, Додик. Будь чем на дальняк сходить. Я не буду. Да чё ты? Не буду. Из-за того, что мент прислал. Ну, курица-то же здесь ни при чем. Птица она и в Африке птица. Ешь. Этих козлов надо иметь по полной программе. Здесь это не впадло. Жаль, Чига, что ты отчаливаешь от нас скоро. А только-только перспективка нарисовалась. Чё ты гонишь? Митей. Чё ты гонишь, губошлёп? Перспективка. Давай, налетай, братва. Стоять, лицо к стене. Вперед! Чё-то затаскали они тебе. Куда тебя водили-то? В воспитатель. Совсем башню снесло. Вцепился в меня, как тузик в грелку. Может, это любовь? Да глохни ты, фанера бестолковая. А чё такого? Ясен пень, не за песни же. Веник привяжи, я сказал. Что, Чига? Воспитатель хозяин утаскал? Химить. Козла из меня хотят сделать. Чтобы Чига мусорам и их подстилкам на утренних подпевал. Да долбись они все в дупло. Неужели отстали? А куда они денутся? У меня этап не сели завтра. На Юдельскую поляну за Столыпин. У меня там корешей. Три ведра с горкой. Скорее бы там воля. Извини, Чига. Не в огорчении тебе будет сказано. Но если менты решили оставить, оставят. Так что лучше не рыпайся. Хуже будет. Давно вопрос проехали. Хозяин мужик справедливый. Он спросил, я ответил понятно. Понятие он уважает. Да черт с этими часами, я их на прогулке обронил. А если не обронил? А если между нами крыса завелась, найдем и накажем по всей строгости, невзирая на лица. Чига, не в огорчении, позволь. Без базар. Меня и самого заводят. Кто здесь Фединым часам ноги пришпилил? Шмонай, не менжуйся. Интересно, девки пляшут. По четыре штуки в ряд. Да вы чё, братва,
Вы же меня знаете. Кто ж тебя, крысу, знает? Нехорошо получается. Мы тебя приняли как родного. На этап упаковали, а ты крысятничать? Братва. Да полить его надо! Да... Нет! Гони волну. Дело мутное. Тут закубатурить все надо. Да нечего здесь кубатурить. Менты меня подставили. Прав ты был. Мусора так просто не отстанут. Стоп, машина. Пока башню влево не повело, отпишем маляву законнику. Пусть Вилен нас рассудит. Братва, Вилен велел считать все мусорскими прокладками и Чигу не наказывать. Извини, Чига, чуть не обосрались. Давно вопрос. Проехали. Чига, с вещами на выход. Полегчает. Иди сюда. Айболит, покачайся. Извини, Федор, мне отдавать нечего. Давай, давай, давай. Мы тебя в свою семейку приглашаем. Спасибо, Федор. Не помогай! Жалко его. Жалко у пчелки. Не обращай внимания, все будет нормально. Да не могу. Плохи твои дела, надо десну вскрывать. Прирезать меня хочешь, Айболит! Отвали от него! Да поймите же вы, все крайне серьезно. Если так пойдет дальше, он может умереть. Заражение крови. И мама! Прекращай, скулёж! Я тебя последний раз предупреждаю. Отвали от него, сучий доктор! Слышь, Митяй, как бы он ласты не склеил. Водяра ему дай. Да, страдали зубастый. Глотни беленький. Не могу я! Может, тебе зуб нафиг выбить? Отвали! Митяй! Митяй! Омру я! Пусть Айболит пошаманит!
Твоя пацанская воля. Валей! Вали! Режь меня! Подожди, Андрей. Не в обиду, Петюнь. Тебе, походу, помощь предлагали. Ты отказался. Поезд ушел. Извини, Фил. Нужен спирт и заточка поострее. Половину спирта внутрь, остальное оставь на примочке. Слышь, Петюнь, а походу здорово я болеть на жучках натаскался. Теперь не тебе все как на собаке заживет. Петюнь, а погоняло сменить не хочешь? Может, нам тебя чихуем кликать? За чихуя ответишь. Чихуя-хуя? Это самая маленькая в мире собак. Маленькая такая, но борзая. Тебе нужно полоскать рот. О, братка, сейчас он тебя в рот приласкает. Вали отсюда! По хвам! Чего вылупился? Вали! Нашел по дому одно! Коновал! Чищуху мне покосал! Достало, достало, достало. А я ж тебя, дурачка, предупреждал. Нельзя связываться с этим сбродом. Ничего, ничего, Федор, ничего. Мне завтра должны ответ на кассацию принести. Я выйду отсюда. Выйду. За побудку раннюю, извиняйте. Ментовской беспредел в натуре. Ой, ты чей же будешь? А? Что? Чей будешь, говорю? Я из питерских босяков. Залетный. Потомственный щипач. Третий раз к портному подшиваться иду. Номерок к ноге пока не пришпилили. А? На лбу тоже не написано. Погонял твою как. А? Гена я? Чего? Лопатник. Лопатник погонял. Про этого слышали? Посла немецкого в Мариинке. Моя квалификация, да. Так вот ты какой, Гена Лопатник. Ну, слышаны. Да? Ну что, заходи, лопата. Да ты не гоношись, не гоношись. Сначала прописку надо пройти. Чего? Прописку? Ты это, не по масти рангуешь? Не в огорчение тебе. Такие уж у нас порядки. Не обессудь. Ты как, пропишешься? Да, да, ну не, ну если порядки, да, конечно, пропишусь. Федя, я все понимаю, ты, арестант, у нас уважаем, но ты мужик. Поэтому в наши блатные дела не лезь. Договорились? Ты кто, лопата? Шахтер или летчик? А, летчик. Летчик, летчик, за летчик, да летчик.
С какой шконки прыгать будешь? С верхней, с верхней. На шахматы. Да знаю я все. Надейся. Ловить тебя никто не будет. Если б ты знала... Пошел! Если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Извините. Есть одна у летчика мечта. Высота, высота. Самая высокая мечта. Высота. Высота! Ту-ту-ту-дум! 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 Сильнее держи. Гарри пошел! Ну ладно, ладно, братва, покуражились и хватит. Может, хватит, а может и нет. Молодец, молодец, Лопата. Будем считать, прописался на ясь. Расстилай матрас, отдыхай. Да вы чего, братва? У параши? Даже дети знают, что западло. Да ты не менжуйся. У нас в хате все оттуда начинали. Ну ты же видишь, свободы в шканаре нет. Как освободятся, переберешься. Давай, давай, брателло. Стой, не делай этого. Зачушкаришься. Так, так, так. Никак Айболит наблатыкался. Ты за базар отвечаешь? Отвечаю, Мить. Ну, каждый знает, что порядочному арестанту западло под шконкой спать. Ну, ты, что ли, вместо него под шканарь забьешься? Свободных мест, сам знаешь, нет. Нет, Мить, под шконку я не полезу. Пусть Лопат ко мне лезет. Давай, приятель, ко мне по очереди будем спать. Все по понятиям, Мить? Никто не возражает. Да без базара, Айболит. Мастерски разрулил. Ну, учти. Впрягся за щипача, теперь за его косяки отвечать на равных будешь. Усек? Крылов, касатку получи. Распишись, что видел. Сочувствую, Андрей Викторович. Приговор оставили без изменений. Знать человека, который стрелял в Гаврилова. Да как же я его узнаю-то? Я ж его не видел. Гражданка следователь, я же за рулем остался. А Горилыч возле подъезда грохнули. Ну, в смысле замочили, в смысле убили. А ты напряги, напряги память. Давай, напрягай, давай, давай. Ну? Ты наверняка его заметил. Может быть, в зеркале заднего вида. А? Не торопись. Пись, вспоминай. Это самое главное на конкурсе.
Так выложись, что все вздрогнули, а потом уже об условно досрочно поговорим. Вперед! На свободу, пожалуйста. Хочешь? Пошел. Ты что, Митяй, пасть не раскрывай? Войне рыбство. А что, все знают, что Чигу опустили? Беспределу опустили. Да какая разница? Одна дает, другая дразнится. Вот, Чига как раз и дает. Видишь, с ментами как спелся. Я бы такую обиду кровью смыл. Смоешь. Гражданин Обальский, вас ознакомили с процедурой опознания? Да, ознакомили. Гражданин Обальский, напоминаю об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Пожалуйста, подойдите поближе и укажите, есть ли среди этих людей человек, который стрелял в Гаврилова А.К. 3 октября этого года. Этот. Точно. Выразитесь яснее. Этот мужик, Горилыч, в смысле гражданина Гаврилова, стрелял. Я видел это в зеркало заднего вида. Да вы с ума тут съехали! Какой в жопу Гаврилов? А ты? Да ладно, все, все. Съемки следственного эксперимента приостанавливаются мной, младшим советником юстиции Колесниковой, для оформления протокола. Вот такие дела, Алексей Михайлович. Слышь, лопата, а? К дубку подгребай, базар есть. Че за базар-то? Да не пизду, не пизду, лопата. Или ты за собой что-то чувствуешь? Я за собой, кроме этой шконки, ничего не чувствую. Привет тебе от братвы, лопата. Лопата в натуре авторитетный поц, оказывается. Лазарь с Тенгизом тебе приветы шлют. В несознанке, в непонятке, что ты скромняк воткнулся. С мужиками ручкаешься. А о подвигах своих молчу, а? Нет, я просто... Я за делюгу базарить не привык. Так за делюгу не базарь. Ну, за подвиги свои, за бацы, ну пусть все послушают. Сейчас. Что такое затележит? Значит, нарисовались как-то с корешем на одну хазу. Стоп, машина. При чем здесь хаза? Ты щипач вроде. Ты чё? Ну, это нет. Я ж потом щипач я потом стал. Потом, после второй ходки.
А поначалу, по молодости, я вот с корешем по хазам, по богатым шкафам. Ясен пень. А кто у тебя в корешах-то был? Что? В корешах. Жора Московский. Так знаем Жору. Mm-hmm. Угловой форточ. Ну? Ну, говорят, что он на зоне ласты склеил. Да, да. Ну, царство небесное. Да. Вот. Нарисовались на хазу, а там рыжья не передо, капусты. Ну, сейчас начнется. Сидим, значит, чемоданы пакуем, все чики-чики. Дверь на выхлоп. Входит хозяйка. Входит, да, такая грудастая, все это самое, в брюликах. Так порешить ее надо было, и дело с концом. Не-не-не-не-не. Она нас увидала, даже шухер поднимать не стала. А. Вот, говорит, берите, что хотите, только хотя бы вот пару деньков у меня перекантуйтесь. Нахрена? Ну, что ж, нахрена? Приглянулись мы ей. Ну что, сразу оба? Оба! 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 Недели у нее вызывались. Даже брать ничего не стали. Вы же не шалашовки вокзальные, чтобы за перепих ржавьем брать. Ну... Теперь я байку расскажу. Жил на свете такой мусор. Старший следователь прокуратуры Геннадий Полосков. Знакомая личность? Что скажешь, Генка, мусор? Я! Господи! Я же ваших авторитетов на волю выпускал! Вы их спросите! Чё ты тявкаешь, сукоедина? Из зубчика карман набивал. Братва, чё тут базарить, а? Ясен пень! Дуплевить его надо, дуплевить! Простите! Я звоню, это тоже она! Простите! Пожалуйста! Камеру! Пожалуйста! По одному! Я по-пустому не предъявляю. Ну, какие тебе еще доказательства нужны? Ты знаешь, Сухой, я ваши блатные игры не играю. Зря ты, Федя, за этих овец впрягаешься. Это здесь вы, мужики, в большинстве. А на зоне наша власть. Ответить придется. Поступай, как знаешь. Пожалейте! Не вшивай. Сейчас я тебя пожалею, мусорила. Папа, помогите! Помогите! Подожди, Петюня. Не надо! Прекрати, не трогай его. Прячься за мента. Вместе подыхать будете.
камеру раскидать. А этого в одиночку. Пошел! Пошел, пошел! Быстрее давай! Пошел, быстрее на выход! Ты покойникой болит, Карл. Быстрее, быстрее на выход, я сказал! Может, новости послушаем? Че ты вякаешь? Че ты вякаешь? Братва футбол уважает. Деннис Уоррен, гражданин Америки. Америки? Уоррен. Уоррен. Ты, Уоррен, пидор поди. Я слышал, вас там негры во все щели долбят. Я не пидор, я художник. Художник? А так можешь? Кто это художник так фасад распортачил? Офицер не представился. Высокий такой, с руками, как горилла. Тудилов, ясен пень. Тебя за что повязали-то, Уоррен? Это ошибка. Здесь все по ошибке. What kind of crime you're charged with? They charged me with rape, but I didn't touch the girl. I came from Russia. Shut up. Братва, а статья-то у Уоррена нехорошая? Ну, блядь, что у тебя статья? Он наших девок трахал. Или тебе своих мало? Isn't there enough girls in the United States for such busters like you? Это неправда, я к ней даже не прикасался. Ша! Глохни. Пять минут тебе на базар, и твою статью тебе раков растолкнут. Я буду говорить только в присутствии адвоката. Ну ты ворон и Петросян в натуре. Мы твои адвокаты, врубаешься? У меня адвокаты. То, что произошло со мной, это не ваше дело. Не мое дело, Ля. Я ж тебя на лимонные дольки порву. Членосуй заморский. Да! Машина. Закупатурить надо. Ну хорош жрать! Я так понимаю, неспроста америкосы к нам в хату закинули. Мусорам надо, чтобы мы его обломали. Чтобы он потом сам к ним приполз, так? Но только мы не доставим этим сукам такой радости. На карантине будешь, пока я все не выясню. Что такое карантин? А то, что пока ты не то не сё, Уоррен. То ли петух, то ли чушка. From now on, you're in position of semi-faggot and semi-just чмо. Чмо, чмо. Короче, нельзя чужие вещи трогать. Потом есть за общим столом тоже нельзя. Где мое место?
Там спать будешь. До выяснения. Параша, пошарь. Там самое вкусненькое заныкано. Понял, кому отдать? Тише ты. Передам. Заказ на Айболита. Я этого не слышал. Свои дела не вмешивай. Все равно ж прочитаешь. Ладно, не сыплый был. Ты и так в моих делах уже по уши вмешанный. Послушай, старшой. Это же порошок. Обычный порошок. Трусы, носки стирать. Так я и поверил. Ага, нашли дурачка. Станете вы здесь порошок прятать. Кокс! Чистый кокс! Прекращай, если не хочешь шнырем по жизни заделаться. Что такое шныр? Ну, убирать за всеми будешь. You'll have to clean the cell for all of us. Брось тряпку, дурак. Здесь надо все вычистить, и все будет окей. Витяй, смотри, Америкос сам в шныри просится. Эй, Полоско, под моей шконкой тоже протри. Нет. Каждый должен свое сам мыть. Косяки твои прощаю. На время. Намолись, придурок, чтоб малява с воли твою байку подтвердила. Если что, под шканаль загоню, ты у меня весь срок кукарекать будешь. Лежите, вам надо лежать.
если не встану, так баландами меня просвистит. Лежите, я принесу. Че, Палыч, шестеркой на старости лет обзавелся? Извещаю. А что, Палычу, западло с понтами конца откинуть? Включи мозги, Петюня. Палыч на больничку хочет спрыгнуть. Вот под гашомой косит. Да ладно. Складно. Баланды. Ты мечи пореже. Кушай, кушай. Спросить тебя хочу. Ты ничего не боишься? Я бы на твоем месте покоя не знал, ты сидишь, в ус не дуешь. Я здесь нахожусь незаконно. Да, ну, опять заладил. Закон, что дышло. Они не могут меня судить. При арест они не зачитали мне мои права. Что они сделали? Они не зачитали мне мои права. Теперь любой суд признает арест незаконным. Любому. Сейчас, ворон. Я тебе твои права промеж глаз зачитаю. Че ты? Че? One, two, three, four, five. Жак! Я же сказал, ворона до выяснения не трогать. Ты побереги ручонки-то, художник. Восемь! Да! Прими маляву! Принимаю! Греби сюда, ворон. Эй, get down. Showtime. В общем, братва пришла к выводу, что Энрикос девку не трогал. Классический развод на бабки. Ты хоть понимаешь, чего тебя хотят? The kingpins decided you're innocent. It was a classical fraud. Do you know what they want from you? Хотят, чтобы я отвечал за то, что я никогда не делал. Слушай. Если раком поставили, кричи, не кричи. Заплатишь бабки – свободен. А нет – будешь на нарах париться. They'll put you in a doggy-style position and screw if you don't pay them. Но по закону это не возможно. Да иди ты со своим законом! Нет в России закона. И никогда не было. Понял? Бабки, бабки! Достать сможешь? Я не виновен. Я никому не буду платить. Твоя пацанская воля. Снимайся с карантина, получай прописку, можешь конку сменить. Не буду. Мне моя шконка нравится. Оформил тебя в лучшем виде. Валяй. Петюнь, маякни пока.
Покатился наш колобок с песенками. Вперед! Это не адвокат, это тоже преступник. У них на воле самый беспредел. Заплатил бы, да и хрен с ними. А если я заплачу, получится, что я сделал дурной подступок и теперь откупаюсь. Но я никаких дурных подступков не делал. Вентилат 21. Хорошо. Там еще три куска. Да, Ворон, разговор есть. Слушай сюда, я с братвой на воле связался. Они готовы тебе адвоката подтянуть. Своего, верного человечка. Ну как, адвокат мафии? Ты лишнего-то не базлай. Главное, что он дело может сделать. В общем, если ты будешь готов, я замолвлю обратное словечко. Я не хочу с мафией, я сам делаю. Да что ты сам-то? Писать письма в Кремль, в ООН, в Белый дом. Должны защищать все, кому положено. Ну, давай. Жди своего Буша-младшего. Кстати, он тут недавно звонил, тобой интересовался. Не прислать ли крендельков? Привет, Орелики! Принимай назад своего Пушкина! Вперед! Надо следование. Нет. Все ясно. Небось, суд перенесли. Обычное дело. Как обычно? Я сказал, нужен адвокат. Они мне сказали, хорошо, жди адвоката. Почему не было адвоката? А Лемке? Не, Лемке. Лемке нельзя работать, он сам может под суд. Кот, подожди. Мне надо братве скинуть. А то и не в курсах, что у них там за кипиш вышел. Теперь мой суд через месяц. Это много. Много, много, много. Могут 100 раз еще перенести. Почему 100? У нас Ворон иногда приговоры 100 лет ждут. Your trial is in one month, but it could be delayed. You might wait many years for a trial. It's a rush, my friend. Ты че, немец? Исчезни! Еще. Себе. Варварская страна. Ты че на нашу страну наезжаешь, Ворон? You live in a barbarian fucking country, okay? The toilet doesn't flush. There's shit coming out of everything. It smells like hell. I can't take a fucking piss. There's a naked woman there for all you fucking idiots to jack off to. I can't wash my fucking hands. There's no gym. Not to mention the fact that the fucking police officers here are corrupt, beat the shit out of me. I don't understand you guys. You guys are fucking animals. What's wrong with you? What is wrong with this fucking country? Idiots, fuck. Че это америкос провекал? Ну, переведи. Да не нравится ему здесь. Говорит, дальняк дерьмом забит. И спортзала нет. Спортзала? Ну да. Говорят, у них там в тюрягах, как в санатории. Брехня все это, сорок. Вражеская пропаганда.
Алекс, почему ты так говоришь? Слышь, Дэнни, а ты сам-то там был? Или только в кино видел? А я был. Спортзал, качалка гребаная во дворе, которой хрен подойдешь. 150 негров и 50 латиносов отмороженных. Из нормальных людей только я и два пацана с Украины. Слушай, не надо больше на мою страну наезжать. Не трожь Россию! Страну березового чипса! А чё она у тебя так ножки свела? Я думал, порнушка будет, а у тебя церетели какой-то. Клевая тёлка. Ты ничего не преувеличил, Ворон? Сиськи-то преувеличил, поди. В натуре такая классная тёлка. Даже очень. Но голой я Любу не видел. Сейчас вот домыслил. Правильно мыслишь. Верно, Ворон. Красиво. А чё ж ты её не засадил? Что? He's asking, how come you didn't fuck her? Мы были слишком мало знакомы. Зря ты, Ворон, менжевался. Я б такую мимо себя не пропустил. Она ж все равно тебя под статью подвела. Ты хоть теперь не так бы огорчался? Я возьму на память. Конечно, дарю. По сезону? Ты чё орёшь? Ты чё? Товарищ улетает, за ним районы. Мить, не в огорчении. Подожди, не в огорчении. Ну сейчас-то. После приговора про делюгу поинтересоваться право имею. Валяй. Слушай, 5 жмуриков на тебе. Правда? Неправда. 8. Может быть, 9 будет. Ты что? Ты что, офигел, сороха, что ли? Натуре? Такие интимные вопросы задавай. Присяжные сказали, один эпизод. Значит, один. Правда, Петя? Стучать надумал, да? Хочешь еще пару картинок мою в делюгу вклеить, да? Мить, прости. Ну, ты же знаешь меня. Никогда стукачом не был. Ну, интересно же. Интересно, ну. А где интересно, знаешь что? Прощаю, сорока! Амики, не взрывай! Этого, америкоса тащи. Ворон, лети сюда! Давай. Лети, приди, разливай. Чурный ворон, что ж ты вьешься? Ой, надо мое вьешься. Садись! Ох, огорчил ты меня, Ворон! Сильно огорчил!
пить-то не умеет, а? Ну, вот сейчас будем учиться пить по-нашему, да. По-русски. А? Давай, Петюнь, наливай полно. Да. Благодарю. Благодарю, Митя. Боюсь, у меня не получится. Получится, получится, еще как. Получится. Ты, главное, не бинжуйся. Позвали? Не отказывайся. Давай. До дна. А, давай, все, получится. До дна. До дна. До дна. Что там? Что там у нас? Ну-ка, давай. Что с бабами-то? А? Колись. Так ты никогда не трахался, ворон? Чё? Даже не пробовал. И мальчиков. Have you ever had sex with boys? И мальчиков. Никогда. Так ты выходит. Что? Типа девственник? Яшка, ну где твой подгон? Нашел? Лады, не все как договорились, но в двойном объеме. Может, Твера? Твера? Нет, тебе не надо. Теперь моя очередь. Да, ну что? Почему ты смотришь на мои карты? Я делаю. А. Так я не понял. Че, Валя-то, заняться нечем? На курорте? Так чисто же, Петюнь, че ты? Чисто! Чисто! Чистоту постоянно поддерживать надо! Распустил вас, Митяй. Распустил. Ну ничего, я порядок в хате наведу. Че вылупились? Че вылупились? Вас это тоже касается! Через одного в шнырях у меня ходить будете! Черный ворон. Слышь, ворон, ты чё такой смурной? Все хорошо. Да ладно, у меня глаза-то есть. Я ведь как рентгеном все просекаю. Давай, колись. Чё тебе Сучков по ушам прогнал? Мне друг передал вещи, а Сучков хочет за это деньги. А чё через него-то? А чё тебе кабана нормальным путем не заслали?
Не знаю. А чё за друг-то? Баба? Да, девушка. А чё в тоске печали? Бабла нет? Нет бабла. Говно вопрос. У меня бабки возьмешь. Но мы ж с тобой теперь друганы по несчастью. Врубаешься? Фанера бестолковая. Мы должны помогать друг другу. Окей? Help me. Эти тебе. Спасибо. А это тебе. Ну, еще бы. Благодарствую. Это тебе. Oh, thank you very much. You're welcome. А это... Все, спасибо. Слишком много, 3 рубля хватит. Меня своими зенками сверлишь. Деньги мои и дачка моя. Я в долг взял, я верну. На! Бери, после татуировочку мне ништяковую забацаешь. Эти мои вещи. Ты чё, баклан? Ты чё? Ты чё? А? Еще раз рыпнешь, под шканарем сгною. Дианой у меня будешь, Дэн. Кровью, падла, умоешься. Она говорит, заявление не дали. Я говорю, как такое может быть? Баклан ты, ворон. У нас и не такое случается. С ментами свяжешься, не расплюешься. А клюв ты, ворон, зря щелкал. Как же, живая тёлка пришла, что еще надо? Лови момент. Но ты тупой, Америкас. Тебе теперь с ней дружить надо, чтобы она на суде за тебя словцо замолвила. Не будет никакого суда! С возвращением на родину, чудило. Девочек заказывали? Ты смотри, кто к нам вернулся. А? Птичка певчая, которая умеет кукарекать. Ну чё, петушок, надоели ментам твои песенки? И надорвался ментов ублажать. Короче, кукарекать будешь, когда я скажу. А сейчас не порть нам картинку. Ты свое место знаешь. У параши.
вышки с такого. И отъехать можно. Слышь, Сань, надо маляву соорудить, чтобы еще прислать. Может, пыхнем для лучшей тяги? А шмаль хорошая, на измену не пробьет. Ты что, гонишь? Откуда я знаю, пробьет тебя на измену или нет? Трёва, что надо? Слышь, Сай, а зачем тебя к кому-то вчера вызывали? Чудило с Нижнего Тагила. Хотел второй эпизод навесить. Зато, походу, от тебя кумовья отстали. А нахрен я им теперь нужен? Их барашек сам раскололся. Так а чё, походу, этот баран какого? Да Павлов, как? Павлов. Павлов, да. Барана этого зовут. Чё это? Павлов Горыныча приговорил? Нет, ты чё? Ты чё, сам баран в натуре? Чё? Павлов терпила однозначный. Так это... Менты Горилыча грохнули. Менты. Так это менты Горыныча завалили. А на кой? Да сам у них под следствием ходил. Ну? Горилыч флап удал, дело закрыли. Горилыч думал, что это крыто. А нет. Про бучу у ментов слыхал, братан? Ну, что на лапу брали. Повязали, блин? Погоди, не слыхал. И не услышишь. Горилыч, что у них... Главным свидетелем должен был позвать. Иди ты. Нет свидетеля, нет процесса. Врубаешься, братан? Во, круто, блин. Слушай, так ты, походу, Петю видел, кто в натуре твою рынчу исполнил? Я много чего, Саня, видел. Понятное дело. Сетки. Твари. Пасут меня. Твари. Чё? Твари. Хорошо. Всех порешу. Всех. Падлы! Падлы! Чё творишь? Всех! Падлы! Порешу всех! Ты чё, падлы? Хорош, хорош, хорош! Всё, падлы! Хорош! Всех! Решил грамотным стать. Это американская книга. А в чем дело, начальник? Пусть свою конституцию читает. Это она для всех. А наш уголовный кодекс – книга сугубо для служебного пользования. О! Так. Так. Это чье? Чистый героин. Молчите, падлы. Чья наркота, я спрашиваю? Опальский. Ясен пень.
Да с чего вы взяли, гражданин начальник, ясен пень? Да я-то тут при чем? Да это еще доказать надо. Ах ты, гнида! Ты у меня доказательства спрашивать будешь? Гнатюк, забрать у этих скотов все сигареты. Давно мне не нравится эта хата. Волки позорные, ненавижу! С новосельцем, уголовничек. Здесь не оттянешься. Разве что с твоей помощью, друг сети. Да я тебя вам доложу, сейчас на месте. Тихо, тихо! Тихо, кишка тонка! Я ж помню, как ты у Сухого в шестерах бегал. Че, думаешь, Митяя, нет, никто о тебе больше не знает? О твоих похождениях всей Братве известно. Я ж тебе дело предлагаю. Дело, чудило. Какое дело? Какое дело? Значит так, Братве, твои забавы да лампочки. Поможешь мне, никто больше разводить тебя не подкатит. Митяй на меня тюрьму оставил, на меня, понимаешь? Как я Братве скажу, так и будет. А не врешь? Ты че? Суп даю. Слушай. Слушай. В нашей камере, походу, стукачок завелся. Ты выясни, кто, а? Особое внимание обрати на Америкоса. Багров частенько веселого на допрос таскает. Ты на Саню ходить не смей! Саня, это мой кореш, понял? Все, что ли? Нет! Нет, проследи за Америкосом. Проследи. Чую, это его работа. Да, еще этот. Чига. Птичка певчая. Стой, постой! Герыча добудешь, а? Пожалуйста, адресок верно дам. Ты уже вообще оборзел. Хватит с тебя, стукача. А с наркотой я не связываюсь. Так что, Покедова страдалец. Ну давай, затейник, давай, я с тобой еще поквитаюсь. Все случилось, как я и предполагал. Только гораздо раньше. А что такое Апальский? Неужели все так плохо? Отдай порошок, начальник. Потом поговорим. Этот? Вопрос у меня один. Кто убил Гаврилова? Базар не пойдем. Ну, извини. Гнатюк! Увести? Да. Действуй. Погоди, начальник, погоди, а? Скажу я, скажу. Отдохни пока. Я не знаю, как его зовут.
Он возит хмыря из управления. Узнаешь его? Хмыря-то да. Вам его лучше знать. Я говорю об убийце. Знаю, если покажет. Держи. На первый раз хватит. Хватит, хватит. Думаю, Апальский, ты встал на путь исправления. Только не трепись о нашем разговоре. Это, между прочим, в твоих интересах. Чига! Получение распишись. От матери. Слышь, братва, к Чиге Колобок прикатился. Сейчас его раздербаним. Ты это сам в пидоры-то не спешил бы записываться. Че? Че, зашквариться не боишься? Забыл, какого Чига нынче статус? Ша! Закупатурить надо. Кабанчика трогал? Нет. Все по понятиям, я веником смахнул. Ну смотри у меня, Машка, смотри. Чего не так, я глаз на жопу натяну и моргай заставлю. Посмотрим. Что там? Мамки, дочки, пришли. О, сало. Так. Мед. Так. Брабульки. А это что, сгущенка, что ли? Водяра молоком подкрашена. Балуют мамки девок, так? Так, это все на общак. Себе возьми. Благодарю. Жалостливый ты стал, Сань. Плохо это. Смотри, через это с петухом скантоваться недолго. Че ты гонишь, а? Петюнь, че ты гонишь? Ты же знаешь, что Чиху по беспределу отпустили. Откуда ты знаешь, братка? От верблюда. От верблюда, да? Ты что, свечку держал в натуре, да? Сам жопился. Или по беспределу опустили, все равно. Назад из опущенок. Дороги нет. Здорово, братва. Я Агдам. Слыхали? Слыхали, слыхали. И про три семерки тоже. Прешь, Санцидар? Че за дела? Жди на вокзале, пока позову. Остынь, Петюня, сто в гору тебе. Это сам Агдам. Агдам? Хм. А я Петр Алексеевич Апальский. Ты в натуре рамсы попутал,
Агдам. Погонялова ты мою хорошо выучил. Вали. Слушай сюда, Крендель. Это ты рамсы попутал. Петр Алексеевич. Петюня. Петюня ты. Мити сухого шестера. Вспомнил? Вспомнил. Так я ж этот так Агдам турканул. Слоня, держи. Что хочешь, для тебя сделаю. Ты это Агдам. За три семерки прости. Вставай. Прощай. Чига? Чига, брат, ты что ли? А то. Сколько лет, сколько зим, Агдам. А-а-а, братишка, помнишь, да, как мы в Камышине трешку с тобой разменивали? Ё-моё, ору сейчас зашкварится. Стой, стой, Агдам. Зашкваришься. Не понял? Опущенный он. Я как раз предупредить хотел. Ой, за тебя! Агдам, мы пьем эти 100 грамм. Что посудился легко. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Чигу как? В пресс хотя опустили его. По ментовскому беспределу. Все под Богом ходим. А Бог у нас один. Старший кум Раевский. Ша. Почему Чига жив еще? Ползи сюда. Ты что, не понял? Я что сказал, иди? Я сказал, ползи. На пол, гнида. Брось, Агдам. Мы с тобой одним ватником укрывались. Не надо, друг. Мой друг умер, понял? А ты проткнутый, ползи. Стоять, Сявка! На маслы упрись, морды ко мне! Вот ведь скотина, а. Ты жив, потому что трусливый шакал. Обоссысь и растворись. Баловство в натуре. Ты мне лучше Герыча прогони. 8-1! Айо! Прими груз! Ага.
Че уставился? Че уставился? Давай, наяривай! Тебе Петюня какую-то гадость в Герыч посыпал. Да ты чё? Ты чё в натуре, Агдам? Ты чё? Кого слушаешь? Отпущенного? Да мое слово крепко, Агдам! Ладно, Петюня. Вмажься первым. Ты чё? Вмажься. Мне первым не по рангу. Я шестёра. Давай, ты первый, а я себе замутить успею. Я тебе что сказал, шернись первым? Или я тебе кожаным шприцом по тухлой вене вмажу, понял? Не надо, отдам, и буду. И буду, я ж завязать хочу. Нет наркотиков, героин белая смерть, я отдам, не надо! Не надо! Не надо, Агдам!